Анонс и точная дата выхода 131 серии турецкого сериала «Доверенные». 131 серия сериала выйдет в эфир 8 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что после того, как Сехер сбила машина, то Яман отвез ее в больницу. Юсуф также пришел к своей тете и стал крепко ее обнимать, так как сильно испугался за нее. Яман наблюдал за этой картиной, но не произносил ни слова. Он понимает, что сейчас следует по очень тонкому пути и должен во что бы то ни стало выяснить всю правду, чтобы обрести спокойствие. На данный момент все его мысли забиты только этим. Самое главное, Яману никак нельзя сейчас терять надежду, ведь если не будет надежды, то и правда исчезнет вместе с ней. Зухаль начинает паниковать, ведь если Яман узнает правду, то всем причастным к этому фальшивому делу не поздоровится. Она позвонила Игбель и сказала, что все их старания напрасны. Сейчас им лучше самим собрать все свои вещи и как можно скорее покинуть особняк. Это сделать необходимо до того момента, как Яман узнает сам обо всем. Игбель находится в растерянности, и ей необходимо совершить шаг, чтобы не допустить Ямана к истине. Яман забрал Сехер из больницы и привез ее домой. Когда они вышли из машины, то Яман не собирался подходить к Сехер, но потом он увидел, что ей трудно идти из-за полученной травмы, и все же подошел, дав свою руку, на которую смогла бы опереться его жена. Напомним, 131 серия сериала выйдет в эфир 8 марта. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.